Всем привет! Вы на канале интернет-магазина Lampa.ua. Меня зовут Андрей, а темой данного обзора будет люстра с коллекции Magnolia от производителя Zoomaline. Коллекции к такой люстре прилагается еще и бра на два рожка. Также цвет, кроме черного, есть еще полупрозрачный. Люстра полностью из акрила, включая блюдца и подвески. Минус этого, в том, что смотрится это не так красиво, как стекло или хрусталь, хотя со стороны не так уж это и заметно. То есть определить материал люстры не каждому, наверное, удастся. А плюс, я считаю, в том, что разбить какую-то деталь люстры будет довольно сложно. Материал этот легкий. И даже если снять полностью блюдце с подвесками и бросить на пол, ему абсолютно ничего не будет. Поэтому такая люстра станет хорошим вариантом для использования в каких-то общественных местах, где есть вероятность того, что люстру могут повредить. Ну и также второй плюс – это невысокая ее стоимость. А выглядит со стороны она вполне может сойти как стеклянная. Патроны здесь E14 из термостойкой пластмассы. Максимально допустимая мощность потребления лампы 40 Вт. Лампочки приобретаются отдельно. Я использовал LED-лампы потреблением 6 Вт, а выдает каждая такая около 50. Включенная она выглядит вот так. Ну, освещение, конечно же, яркое. Я думаю, что в данном вопросе, в принципе, все и так понятно, особо тут комментировать нечего, лампы полностью открыты. Подойдет такая люстра для комнаты любого типа и назначения, площадь может быть порядка 15, может даже до 18 квадратных метров. Высота ее максимальная 1,10 м, минимальной она может быть 55 сантиметров, если всю цепь убрать. Крепится люстра на крюк, диаметр потолочной чаши 9 сантиметров. А на этом у меня все. Кому понравилась данная коллекция, переходите по ссылке в описании. Приятных покупок. С вами был Андрей, интернет-магазин Lampa.ua. Всем пока.